В одной из своих книг Стендаль писал: «Когда слушаешь квартеты, кажется, будто присутствуешь при беседе четырех приятных людей». Первая скрипка походит на человека средних лет, наделенного большим умом и прекрасным даром речи, который все время поддерживает разговор, давая ему то или иное направление. Во второй скрипке можно увидеть друга первого собеседника, причем такого, который усиленно старается подчеркнуть блестящее остроумие своего приятеля. Он скорее склонен соглашаться с мнением остальных, чем высказывать собственные мысли. Виолончель олицетворяет собой человека положительного, ученого, склонного к наставительным замечаниям. Что же касается альта, то это милая, слегка болтливая женщина, которая вносит в разговор известное изящество. И пока она говорит, другие собеседники имеют возможность отдохнуть. К Стендалю как таковому я отношусь великолепно. Это гениальный художник. А что касается его определения квартета, то я с ним не согласен. Я могу согласиться с ним только потому, что, может быть, он характеризует в данном случае квартет как исполнителей квартетов определенного автора, то есть Гайдна. В этом смысле, может быть, он и прав. Но, в принципе, квартет – это настолько сложный организм. Квартет – это не беседа четырех благополучных людей. Квартет – это скорее борьба, нежели чем согласие. Я считаю, что это должно быть согласие, а не борьба. А борьба – что значит борьба? Борьба через борьбу к согласию, естественно. Но в принципе это должно быть согласие четырех душ. В квартете должны быть все четыре музыканта очень высокой квалификации. Вот, например, второго скрипача. Нет второго скрипача, он должен быть первым. А первый может быть лишь первым среди равных. Ну, а насчет альта, допустим, можно сказать, что это не средний голос. Это, в общем-то, достойный соперник по полноте звучания великолепно играющей виолончели. Квартет – это хуже, чем женитьба. Потому что, когда мы уезжаем из дома на много месяцев поездки, то мы, в общем, как-то там приезжаем домой, радуемся опять женам, детям. А вот, к сожалению, с квартетом целый год вместе, все время вместе. Трудно. Ну, творим. Слушатели часто называют их бородинцами. Официально это музыкальное содружество называется «Государственный квартет имени Бородина». Большую часть времени эти четверо музыкантов проводят вместе. Репетиции и концерты, поездки по стране и встречи со слушателями, домашнее музицирование и многодневные зарубежные гастроли – все это наполняет их дни, составляет смысл и цель жизни. Музыкальные критики многих стран отмечают удивительную стройность звучания бородинца, чистоту стиля, глубину и точность постижения ими авторской мысли. Подчас кажется, что они составляют какой-то единый музыкальный организм,
настолько совершенно их исполнение. Но это не значит, что музыканты всегда и во всем согласны друг с другом. У каждого свой характер, свой вкус, свои пристрастия в искусстве. Случаются разногласия во время репетиции. Бывают и творческие споры, яростные, ожесточенные. Но, как известно, в споре рождается истина. И звучание струнных, к которому приходят эти четверо музыкантов в результате многочасовых трудных репетиций, воспринимается нами как музыкальная истина. Очень редко бывает так, что вот на концертах достигаешь какого-то удивительного состояния, когда мы чувствуем друг друга как один организм и можем в это время делать такие вещи, тонкости, рубата, например, когда возникает это состояние неземное. Это бывает, конечно, крайне редко, но когда это достигается, это, конечно, вершина какого-то и счастья, и общения между нами. Конечно, в процессе творчества нужно обязательно привести к общему знаменателю четыре индивидуальности. Здесь есть много нашей кухни цеховой. Есть какие-то определенные уже заготовки, что ли, которые родились в процессе многолетнего труда. Конечный вариант замысла формируется все-таки совместно, но под влиянием кого-то одного в большей степени. Это, конечно, первый скрипач. То, что мы относимся к разным школам, это и так, и не так, потому что, в общем-то, все мы закончили Московскую консерваторию. Творческие споры бывают все время, без них невозможна наша работа. Проверяем все время только музыкой. Играем так, играем так. А если случается, ну, невероятный случай, что два на два голоса расходятся, кидаем монету и решаем какой-то отдельный штрих или момент. Ну, это из области комической. Как мы добиваемся единства? Это, конечно, довольно сложно, потому что у одного вибрации более спокойные, у другого более взволнованные, как человеческая душа. И чтобы все это свести к единому пульсу, нужно, чтобы была какая-то единая идея, цель. Эта работа, конечно, очень тонкая, кропотливая, но это одно из вершин квартетного исполнительства.
Нам очень в жизни повезло еще в том отношении, что мы играем на очень хороших инструментах. Очень хороших инструментах итальянских мастеров. Мне кажется, что именно вот таким редким сочетанием оказались наши два инструмента именно для квартетного такого звучания. Почему? Они разных мастеров. Это оба итальянцы. Вот, в частности, Мишин инструмент, это работа Страдивариуса. Мой инструмент работы Гальяна. Это не Гварнери, это не Страдивари, это Лоренцо Стариони, по всей видимости, школа Гварнери. Этому инструменту много, очень много лет, 200 с лишним лет. И инструмент уникален тем, что он прекрасно сохранился. Как говорят, он был в коллекции некого графа Орлова, из которого был изъят в свое время. Не могут встретиться два одинаковых инструмента. Это как живое существо. Настоящие итальянские инструменты тем и отличаются, что они очень близки к человеческому нутру. Не было случая и в Европе, и в Америке, и в Канаде, и в Австралии даже, в таких далеких местах, где бы ни подходили, ни спрашивали, откуда у вас такой уникальный, изумительный по красоте, по работе, так сказать, и по тону инструмент. Так что мы считаем, что это один из лучших инструментов в нашей коллекции, а знаки утверждают, что это один из лучших инструментов в мире. Казалось бы, разные инструменты, совершенно разных школ, разных мастеров, но оказалось, что они очень и очень со стороны, вот если их слушать, они очень близки оказались по тембру. И это сильно облегчило нам задачу нашего исполнительства, потому что бывает так, что когда музыкальная фраза переходит очень незаметно от первой скрипки ко второй, и это буквально, как нам говорят со стороны, как будто играет, ну, не один скрипач, одна скрипка. Чайковский, квартет номер 2, вторая часть, скерца. Thank you.
Мы были здесь, на Никольной горе, при жизни Виссариона Яковлевича, когда был написан 9-й квартет. Летом приезжали сюда и играли Виссариону Яковлевичу 9-й квартет. Я помню, что это для нас было очень важно, чтобы получить от него путевку в жизнь. Путевку в жизнь ваш квартет получил гораздо раньше. Это было в начале 40-х годов, в 45-м, если не ошибаюсь. Совершенно верно. В 45-м году Виссарион Яковлевич очень любил молодежь. Очень внимательно к ней относился, всегда старался ее выдвинуть как-то. И ваш квартет был квартет консерваторцев, да. А он оценил, увидел, видимо, почуял вас будущих мастеров. Я смело это говорю, вы теперь признаны во всем мире. И он помог вам тогда стать солистами к филармонии московской. Да, в то время. И таким образом он дал вам путевку в жизнь уже, действительно. Что вы были бедные студенты и не имея такой базы, вам было бы трудно дальше развиваться. Это было удивительно со стороны директора консерватории. Кстати, мы через несколько дней уезжаем на гастроли в Сибирь и, в частности, будем в Омске. Но это же родной город. Это родной город Виссариона Яковлевича, и мы там обязательно сыграем вот этот славянский квартет, который. Если сейчас вы там будете исполнять Шабалина, я, пожалуй, прилечу на пару деньков туда. Ну что же, это вполне. Thank you.
Несмотря на то, что музыка Шостаковича многими не понималась, мы ставили своей целью как можно больше ее играть, для того, чтобы она стала понятной слушателям. Он был близким другом моего отца, и когда он жил еще в Ленинграде, он приезжал в Москву и останавливался в нашем доме. Был невероятно ярок, невероятно талантлив, гениальность во всем. А человеческие качества – это необыкновенное уважение к людям. Для меня Шостакович стал самой жизнью. Я в нем нашел не только все то, что мне пришлось пережить за мои годы и прочувствовать за мою жизнь. Я взял у него просто какие-то глубокие мотивы для своего творчества и для дальнейшей жизни. Для меня это одно из самых дорогих имен. Шостакович, квартет номер 7.
очень редко бывает так, что вот на концертах достигаешь какого-то удивительного состояния, когда мы чувствуем друг друга как один организм, когда возникает это состояние неземное. Это бывает, конечно, крайне редко. Но когда это достигается, это, конечно, вершина какого-то и счастья, и общения между нами. Thank you.